прем'єр, коли він ще не був прем'єром, Яценюк. За те, що він молодий, розумний, ерудірований. І я за нього завжди голосувала. Президент і прем'єр. Хорошо, а чому? Тому що від них залежить найбільше. На жаль, але, на жаль, вони працюють ще дуже неякісно. Порошенко. Чому? Ваше президент. Порошенко, Яценюк. Хорошо, а Порошенко, почему? Ну, потому что президент, ну, толку никакого. Президент, наверное, сказать. Выше всех. Ну, Ляшко больше всего. Почему? Потому что он энергичный. Потому что он неординарный. И все-таки, наверное, острота вопросов, которые он поднимает, позволяет ему как-то иметь авторитет. Хотя он не всегда объективен, и самое главное, что доверия ему такого прямого все-таки у людей нет. Ляшко. Ляшко, хорошо, почему? Ну, он всем дает прикурки. Первый депутат, который приходит в гору, мне Ляшко. Хорошо, и почему? Почему? Ну, нравится радикалцам. А второй это Самоко, Белоус Игорь. Ага. Тоже нравится, хороший мужик. Ага. Вот Самоко, лишь бы реформу проводили Самоко, и там пенсии пенсионерам давали. Еще честный Поросюк этот, мальчик молодой. Вот этот. Очень честный еще, в смысле, так как он выступает в парламенте, то еще не запятнан. Гончаров, ну он много чего сделал для нас, для подъезда много чего сделал, сделал для нашей школы.